Доступна услуга заказа объявлений на телеканале ОРТ через интернет на сайте ort-tv.ru. Оренбургскому хлебоприемному предприятию требуются разнорабочие мужчины и женщины, а также электрик и лаборант. Зарплата от 40 тысяч рублей, иногородним предоставляется жилье. Телефон 8-922-628-99-37. Требуются охранники. Телефон 55-77-31. Строительной организации требуются каменщики. Телефон 8-922-625-94-06. В гостиницу требуются дневные горничные. График работы 5 через 2. Телефон 22-42-94. В управляющую организацию требуются электросварщик, слесарь-сантехник, маляр, а также разнорабочий, мастер сантехнических работ и инженер-энергетик. Телефон 43-49-94. В организацию требуется мойщица посуды. Оформление по Трудовому кодексу, соцпакет. Телефон 8-922-535-17-72. В ресторан требуется посудница-уборщица. Имеется питание и развозка. Телефон 93-66-00. В Оренбургстат требуется водитель с опытом работы и дворник. Официальное трудоустройство, соцпакет. Телефон 31-27-23. Военная служба по контракту для мужчин и женщин от 18 до 60 лет, в отдельных случаях до 65. Для заключивших контракт действуют соцгарантии и льготы. Единовременная выплата 195 тысяч рублей и 50 тысяч от правительства Оренбургской области. От 204 тысяч рублей в месяц для проходящих службу в районе СВО и от 50 тысяч вне зоны СВО. Ежегодное обследование, лечение, реабилитация, служебное жилье, льготная военная ипотека, бесплатный проезд, а также бесплатное обучение в вузах. Обращаться по адресу: город Оренбург, улица Терешковой, 245/3, или по телефону 8-969-747-03-73. Ищешь работу? Смотри программу «Видеоблокнот» на нашем сайте ort-tv.ru.